Дорогие товарищи, ну что же, с нами вновь в новом году Николай Николаевич Миклух-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии, ну, конечно же, основатель и директор фонда имени Миклух-Маклай. Николай Николаевич, мы скучали. Здравствуйте, я скучал, конечно же, очень рад всех слышать, и доброе утро всем радиослушателям. Значит, Николай Николаевич, вы сегодня выбрали такую тему, как празднуют Новый год в Папуа-Новой Гвинее, но у меня вопрос, может быть, более фундаментальный в начале нашего разговора. Как вообще у папуасов со временем? Не в смысле, что они делают сегодня вечером, а в том плане, как они воспринимают время. То есть, есть ли у них времена года какие-то свои собственные, да вообще часы, они вообще в сутках-то как ориентируются? Ну, до того, как им дали смартфоны, естественно. Ну, вы знаете, с годами жизни тоже не очень сильно они ориентируются. Потому как себя чувствуют, так и время определяют. Ну, безусловно, сезонные есть сбор ямса. Это один из самых важных продуктов, который позволяет им в этот момент действительно делать праздник. Но отдельного праздника они по этому поводу не делают. Именно такого, чтобы можно было чему-то очень серьезно радоваться. В связи с тем, что прекрасный благоприятный климат. И, безусловно, вот те огороды, которые они вокруг своих жилищ обустраивают, они позволяют действительно комфортным образом обеспечивать семью. Ну, семья, мы помним, должна быть, чтобы было много детей, которые будут работать и помогать родителям. Но в этом плане без проблем. С питаниями не существует определенных временных промежутков, которые действительно являются такими праздниками по случаю сбора урожая. Однако я вам должен сказать, вот интересный вопрос вы задали, очень хороший, по поводу, как они сами себя ощущают со временем. Вот я в экспедиции в марте того года, буквально чуть больше полугода назад, проводил исследование в деревнях, где я спрашивал о возрасте, для того, чтобы собрать информацию о составе семьи, составе деревни. И вот у старейшины самой хижины спрашиваю, главы семьи: скажи, пожалуйста, сколько лет твоему младшему сыну? Он говорит: ну, младшему 8, а старшему 30. Ну, хорошо, а жене сколько? Жене, ну, уже трудно, уже так вот. А тебе, говорит, сколько лет? А мне, говорит, ну, а мне 35. Я говорю: ну как так, вот что-то не сходится. Он говорит: подумал, а мне 35. И вот вы знаете, хорошая ситуация, вот как себя чувствуешь, так и говоришь. Нет, давайте, это очень напоминает мне отношение к объективной реальности наших, например, кинорежиссеров. Они говорят: а я так вижу. Да, им говорят: вот смотри, ты здесь лажу снял. Он говорит: а я так вижу. И все, и отворачивается. Да, очень похоже. Ну, временные промежутки, определенные празднования и далее, они, безусловно, стали более актуальными уже в период колониального режима, когда пришли европейцы, германцы на территорию и, соответственно, ввели свои определенные праздники, в том числе и церковные. И оттуда появилось уже Рождество католическое 25 числа, которое праздновалось. И, соответственно, в связи с тем, чтобы немножечко уменьшить, а потом и полностью ликвидировать, скажем так, тот каннибализм, который существовал в виде ритуальных определенных празднований, не постоянные, а в виде ритуалов, а непосредственно вводили их в эту христианскую среду. Ну и, соответственно, христианские праздники прижились. И вот один из важных праздников, именно празднования, да, это существует Крисмас, то самое Рождество, которое мы празднуем по нашему, ну, в России в основном православные, да, праздники мы, скажем так, отмечаем, хотя и другие тоже, у нас много конфессий. Ну вот 25 числа это вот католическое Рождество, которое там празднуется. А вот по поводу Нового года Миклух-Маклай хорошо описал, и он свой первый Новый год встретил с 1871 на 1872 год. И вот это было самое первое празднование Нового года на Папуа-Новой Гвинее. Как вы думаете, как же он его совершил?
Ну, Николай Николаевич, в принципе, конечно, с возрастом фантазии становится больше. Да, тут можно многого наворотить, но чувствуется, что вы намекаете на какую-то такую лапидарность. Ну, скромно, мне кажется, должны отметить. Люди приличные все-таки, работящие. Однозначно, и при том был ливень невероятный, повредил его некоторые приборы, чему он был очень недоволен. Но у него же был револьвер, которым передали члены команды для того, чтобы он мог охотиться. Они-то еще и думали, чтобы обороняться от папуасов, но он его для этого не использовал. И поэтому, поскольку ему для обороны он был не нужен, он выпустил 12 выстрелов в сам праздник, как 12 часов, и вот после этого торжественно отпраздновал у себя в хижине. Папуасы в этот момент не присоединились к нему для празднования, потому что даже и не знали о таком празднике. Поэтому в Папуа Новой Гвинеи нету традиционного праздника Новый год. И в этом плане, конечно же, смена луны, смена климатическая, вот, которая происходила там в связи с сезоном дождей, который сейчас немножечко стал двигаться, это было определением их в пространстве, скажем так, в пространстве времени. Но в то же время сильно они к этому не привязывались, как вот я сказал, даже на современном этапе возраст свой они не фиксируют. Ну а для чего, в конце концов, если чувствуешь себя молодым? Да, Николай Николаевич, а вот это, кстати, интересная ведь история с восприятием времени, да, мы поставлены в очень жесткие все условия, каждая секунда на счету, если говорить о радио, то у нас все расписано по минутам, может быть, кому-то кажется, что я просто у микрофона разговариваю, но на самом деле я всегда контролирую очень четко, естественно, вместе с моим товарищем Владиславом Александровичем время, да, каждую секунду, и все мы в той или иной степени к этому привязаны, мы понимаем, какой сегодня день недели, мы понимаем, какой сегодня месяц и так далее. Насколько я понимаю, смена сезонности, да, в Папуа-Новой Гвинее не настолько так вот контрастна, как в России, например, да, потому что мы на самом деле счастливы, несмотря на все проблемы коммунального свойства со снегом. Но у нас есть и снег, у нас есть и знойное лето, у нас есть и дожди, у нас все есть. Я так понимаю, что на тех островах, где живут наши братья папуасы, не настолько все контрастно. Но тем не менее, Николай Николаевич, а вот еще вот задумываться, не проводили ли вы свои исследования? Вот вы спрашивали товарища, сколько ему лет? Он говорит, сыну 30, а мне 35. А жене вообще не знаю, сколько. Это замечательно, это очень искренне сказано. Вот. А вот что касается вчера, позавчера, вообще от отношение к прошлому, да, у них вот есть какая-то такая градация, или они, например, живут только сегодня настоящим, а насколько вперед они думают, например, да, как вот это у них? Они прогнозируют, разумеется, но вот факт истории и исследования, вот, которые проводил не только я, а вообще при опросе жителей по поводу их истории, они не ведут ее в таком хронологическом порядке, как мы привыкли. То есть дата одна за другой позволяет нам раскрывать определенные события. Ряд событий, которые у них произошли, они настолько значимы, что они их передают в последующем и рассказывают это как факт истории, не всегда привязываясь к определенным датам. То есть, например, если Микуха Маклай у них был в 1871 году и первый, кто открыл мир вообще познание того, что есть белый человек, что они об этом и не знали даже раньше, что люди бывают белого цвета кожи. Соответственно, когда уже пришли немцы через некоторое время и устанавливали некоторые свои памятники, камни, которые позволяли оставить память о себе, в последующем, через некоторое время, они воспринимали это именно как память у Микуха Маклая. И на вопрос, а почему же вы думаете, что это памятник Микуха Маклая, хотя здесь 1910 год, а он даже в это время не был? Ну, потому что это память Микуха Маклая. То есть они определенные важные события выделяют для себя, ассоциируя это со своей историей, но не всегда это делают в хронологическом порядке. Вот такой интересный момент есть. Угу. Николай Николаевич, а сегодня вот у них Новый год, да? С вашей точки зрения, вот это что? Это в большей степени, как сказать, с годами, как говорится, более грустный праздник, потому что прибавляются в счетчики, да, новые цифры. Или что это для них сегодня? Вот в их миропонимании?
Абсолютно они не акцентируют на цифрах. И вот это очень радостно в этом плане. Они абсолютно нормально относятся как к рождению, так и к смерти. Ну, в принципе, как и все нормальные люди, да. Но, однако, пересчет вот, изменения там, цифры одной на другую на них не оказывает серьезного влияния. По крайней мере, традиционная Папуа Новой Гвинеи, которая в основном живет в деревнях, она к этому сильно не привязана. Однако существуют, разумеется, этапы, например, выборов, различные другие события. Они, безусловно, на основе этого должны об этом помнить. Вот, соответственно, когда это касается получения какой-то банковской карты, да, или чего-либо в городе, да, документа о том, что ты идешь в институт или школу, там нужно уже вспоминать. И тогда конкретно уже приходится об этом думать. Но это было и у нас в России, ведь, по большому счету, в начале того века в большей степени не все знали точные даты своего рождения, да и возраста, по большому счету. Как себя чувствуешь, так и хорошо. Да-да-да. А вот Николай Николаевич, паспорта... а вот, да-да-да, а из-за того, что есть вот эта европейская цивилизация, да, вместе с образованием, и есть народ, да, со своими привычками, традициями, есть какая-то некоторая раздвоенность сознания. Они как вообще воспринимают вот это наше европейское, там, западное, условно говоря, летоисчисление, все эти времена и даты? Для них это как вот переход из их привычного в западные стандарты? Сейчас уже с большим уважением. Ну, во-первых, у них нет отторжения к этому, они уже достаточно, ну, можно сказать, практически больше века живут в той или иной степени с европейцами. Точнее, не в той или иной степени, а постоянно, да. Они пережили, кстати говоря, и Первую, и Вторую мировую войну, которая там была во время японской оккупации, где там австралийцы вместе с немцами, соответственно, точнее, не вместе, а против немцев боролись. Поэтому в этом плане ситуация, конечно же, под давлением, да, европейской цивилизации, она значительна. Однако мы можем смотреть на то, что традиционное общество сохраняет традиции, те, которые у них были в семьях. Возможно, нету тех такого большого количества ритуальных предметов или тех же самых празднований, которые они делают. Но об этом они не забывают. Тот же самый танец синг-синг во время инициации. И вот на вопрос, а когда он происходит, да, вот здесь вот они точно вам скажут время. Обязательно в ноябре. В это время мы уже собрали урожай к октябрю. У нас есть свободное время. И, соответственно, вот здесь мы можем научить детей тому, чтобы они потом прошли инициацию. Но это не связано с Новым годом. Это связано с сезоном, который меняется и дает возможность более свободного, больше свободного времени для того, чтобы посвятить семье и передаче своей культуры, традиций новому молодому поколению. Вот таким вот образом это выглядит. Николай Николаевич, то есть в церковь, ну, если они ходят, но нерегулярно. Если уж зашла речь о Западе и, соответственно, папуасах, да, об их взаимоотношениях, есть ли у них, ну, вот, вернее, нет, не так спрошу, как они находят в себе силы, соответственно, свою культуру не забывать? Потому что мы понимаем, насколько сильна, насколько силен, насколько притягателен фантик, да, вот, западной жизни, западной цивилизации, и мы это не раз в истории своей переживали, когда, казалось бы, забывали все, что было у нас, и потом таким, с таким с трудом возвращались, но до конца, конечно, не так и не вернулись никуда. Да, и мы в таком подвешенном состоянии. У них, у папуасов, как вот им удается сохранять себя, несмотря на такое серьезное давление чужой цивилизации? Ну, во-первых, это традиционные семьи, конечно же, да. То есть пока люди не отошли от земли в том плане, что они привязаны к сельскому хозяйству, необходимость иметь большую семью, они, это обусловлено тем, что необходимо просто большое количество детей для того, чтобы они помогали. Соответственно, если в семье это есть, значит, в семье передается из уст в уста. Очень хорошая у них традиция, которая она из уст в уста передается, они помнят все поколения. И за счет этого дальше и дальше двигается. Но, разумеется, влияние каких-то благ, оно существует. Ну, например, папуасы, они в хорошем смысле такие повторюшки, да, эти имеются карго-культ. Некоторое время назад был во время
военных действий на территории Папуа Новой Гвинеи. Некоторые высаживались, японцы, австралийцы, и там были, подскажите мне, хотел сказать, воздушные суда, это же самолеты называются, да? Самолеты. Воздушные суда. Самолеты стояли, и была, соответственно, площадка. И через некоторое время они покинули эту территорию. Папуасы соорудили такой же самолет из веток, поставили стол, и рядом сидели, ждали, когда придет вот эти вот продукты, те хорошие, красивые, которые ели те самые японцы, да, во время своего пиршества. Не могли понять. Вроде они сделали все так же. Почему продукты не появляются? Понимаете, да? Да, поэтому была ошибка, потому что самолет делали не они. Вот в этом проблема, да. Не подсказали. А, Николай Николаевич, а в Новый год, если возвращаясь к нашей теме, у них есть традиция дарить друг другу подарки? И вот эти праздничные подарки, лучший подарок, это что для папуаса сегодня? Подарки, они дарят какие-то маленькие, это абсолютно то, что нет такого отдельного и специального. У них в деревнях, у них нету этой елки, да, которая традиционно является символом. А если мы говорим о городах, она есть, и в Новый год он сам по себе празднуется в виде определенного события. Это, во-первых, стимулируется, как мы понимаем, спрос, покупку различных товаров и далее, поэтому это все поддерживается и старается проводиться. Но в деревнях к этому относятся очень спокойно, и самое главное, поскольку в каждой или рядом с каждой деревней существует какая-то миссия, соответственно, они напоминают о Рождестве, и вот Рождество они по итогу прошедшего Рождества на следующий день собираются на обед, где собираются всей семьей, обедают, обсуждают, ну, каких-то экстраординарных подарков не существует. Угу. И хотел еще спросить, Николай Николаевич, а есть ли, вот так задумался, есть ли у них популяризированная и доведенная, наверное, до какого-то абсурда у нас тема личного пространства, куда можно этот подарок спрятать? То есть вот у них имущество, например, в их жилище, это все общее или есть какие-то свои секции, куда другие лазить не имеют права? Конечно, есть место женщины и ребенка, если он еще не пошел в школу, отдельно место мужчины. Мужчина и женщина спят отдельно. Вот, и поэтому у них существует это место. И европейский, кстати говоря, принцип – это спать вместе. Некоторые в городах уже принимают. Но традиционно, конечно, никто не спал вместе. Спать – это одно, а Они спать, это другое, да? Да. Николай Николаевич, ну вот, да, это тема взаимоотношений нас не оставляет, естественно. Да, Николай Николаевич, ну очень рад нашей новой встрече в новом году, теперь уже в начавшемся. С нами был Николай Николаевич Миклух-Маклай, основатель и директор фонда своего знаменитого предка, естественно, Миклух-Маклай. Ну и до новых встреч, спасибо большое.